какой день. Скажи мне, что у вас есть пить? Бурбон. Бурбон? Где? Где? Где этот скотина? Я убью его, Бурбон. Он украл мои деньги. Сказал, помоги мне, я тебе дам это, я тебе дам то. Дрань, Бурбон, где он? Скотина, я убью его. А? О, пить? Нет. Нет, нет. Не давай мне бурбон. Дай мне водка. Что, у вас нету водка? Вы не русские? А? О, это... Не бойся. Кто сказал, я красный? Какой пидораст сказал это? Я убью его. А? О, это? Ну, один скотина красный пробовал убить меня. Он был пьяный. Я убил его. Нашел это. Хороший нос. Плохо, что это. И на другой сторону тоже. Кому надо этот гадость? А нос? Нос хороший. Я зал его. Да. Но зачем я буду хороший нос оставлять? С тобой какой-то пидораст пришел и зал его? Зачем? Хороший нос, просто это гадость, эти красные. Я не красный, понимаешь? Я не красный. Это кто я? Видишь? Это кто я? Если у вас есть водка, если хороший, дай мне. Я могу платить. О, полный стакан. Это что я люблю видеть. Полный стакан. Очень хорошо. Очень даже хорошо. Посмотрим, если ваша водка хорошая или нет. Да. Ну, не совсем хороший я нашел, а хороший не хуже, чем другие. Очень хорошо. Кто сказал, я пьяный? Убью его. Скотина, кто тебе сказал это? Ты думаешь, я пьяный? Ну, много чего я видел на улице. О, да,
Да, я был на улице. А, страстно место, страстно. Ну, если идешь на улице, надо быть очень осторожно. Очень. Слышишь меня, а? Слышишь? Хорошо. Другие, они не верили. Они пропали. Никто их больше не увидит. Никто. Дураки. Я им сказал. Я им сказал. Они не верили. Зачем они не верили, я не понимаю. Зачем я буду обманывать? Не иди вверху. Не иди на улице. Я им сказал. Я им сказал. Зачем эти дураки мне не верили? Я был на улице. Я там был. Очень опасно. Очень. Ну, это не место для женщины, как ты. Это не место. О, не говори мне от этого. Я не хочу слышать от этого. Нет. Ты думаешь, один день ты сможешь жить вверху, как раньше был? Ты очень смешная женщина, очень смешная. Что ты начинаешь плакать? Я сказал тебе, дураки, не иди вверх, не иди на улицы. Они не верили. Зачем ты плакаешь? Я тебе тоже скажу это. Если у тебя есть ум, ты будешь понимать, ты будешь слышать. Это не место для женщины. Внизу здесь. Это место для детей, для женщины, для старика. Это место. Не думай отверху, не думай от на улице. Ну. И если ты пойдешь, что ты будешь делать? А? Придет-то бегать? Хе-хе-хе. Ну, Иисус сильнее плакаясь. Дай мне Иисус. Спасибо. Ну, не плакай. Зачем я буду? Я не пришел сюда для плакать, я пришел сюда для водки. И, может быть, что-то покусать. Что у вас есть? Борщ. У вас есть что-то другое, чем борщ? Ты знаешь, как много борща я уже напился?
или поел. Да, люди кусают борщ. Ах, я очень много поел его. Будет хорошо, если у вас что-то другое. А? Ну, прекрати этот плакать. Внизу здесь не так плохо. Да, не так плохо. Со есть, со что ты можешь хотеть. Солнышко, ты хочешь солнышко? Ну, ты спрашиваешь для очень много, очень много. Может быть, один день Бог даст солнышко. Ну, ну, опять начинает плакать. Тебе будет плохо, если так много будешь плакать, честно. Я тебе скажу это. Мой друг Артем, он был на улице, он был вверху, много чего увидел, много чего мне сказал. И я тоже был вверху, я тоже был на улице с ним. Ну, он где-то пропал. Я не знаю, где. Он пропал, мой друг. Один день я найду его. Да. Ну, мне надо будет найти. Он забыл это. Он мне дал... Надо было использовать. Я хотел назад отдать ему, и он пропал. Мне надо найти его. Что это? Честно? Ты спрашиваешь, что это? О. Бензин нету. Надо будет налить. Да. Да. Он очень хороший. Я несколько раз использовал. А это не мое. Это Артем. Один день я найду его и назад отдам. Да, один день я найду его. Да. Ну, что ты говоришь? Оставить его? Нет. Я не такой человек. Нет. Это его. Я найду. Я назад отдам. Су. Ну. Ваша водка неплохой. Я бы сказал... Честно, хороший. Может быть, вас и борщ будет хороший тоже. Да, да. Ты, видно, такая женщина, кто
знает, как делать борщ. Ну, что я могу сказать? Что я могу сказать? Что ты знаешь, как делать? Ну, я могу платить. Ну, хорошо, что ты не сердитая со мной. Да, я могу платить. Для мужчина водка, борщ. Это мало. Несколько раз мужчина надо. Женщина. Да. Ну, не мучайся. Я могу платить. Я бы не зашел сюда, если я бы не мог платить для того, что я везу. Да. 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 Очень хорошая водка, очень. Ну, не мучивайся, что? Ты боишься от бандита? Боишься от эти красные обезьяны? Боишься от эти красные дураки? Ну, зачем бояться? Я с тобой буду. Да. Тебе прекрасно, не надо бояться. Ну, пойдем вверх. Покажи мне твой комната. Покажи мне твой кровать. Да, не мучивайся. Я могу платить. Да, ты очень красивая, когда ты не плакаешь.